Финальная схватка у нас, друзья, Заур Угуев, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира против Мусы Мехтиханова. Муса Мехтиханов, друзья, тоже у него очень сложная сетка была. Он и Рамиза Гамзатова, и Ахмеда Идрисова по пути, да, выиграл. Вот, довольно напряженные, все такие конкурентные у него схватки были. И сейчас он уже будет бороться в финале с олимпийским чемпионом, друзья, с нашим лидером Зауром Угуевым. Поэтому ожидаем очень интересную схватку. Также финал у нас борется. Борется два брата Мехтиханова, 60. Мехтиханов 61 в финале с Абаз Гаджи Магомедовым. И здесь у нас финал. И здесь. Итак, приглашаем Завор Угуев. Все, Россия. Угуев. Муса Мехтиханов. Россия. Смотрим. Схватка нас ожидает, друзья. Так, все, финальная схватка у нас, друзья, Заур Угуев, Муса Мехтиханов. Дагестан, Дагестан, друзья. Так, поехали, первый период. Довольно сильную, как я говорил, прошел уже сетку. Муса Мехтиханов, да, лидеров убрал, можно сказать, этой весовой категории. И Рамиза Гамзатова, и Ахмеда Идрисова, да, довольно такая конкурентная, очень трудовая сетка у него была. Заур Угуев больше прошелся по международным схваткам, да, Ариана Тютрина выиграл, Гуламжона Абдулаева, вот. А Муса наших лидеров весовой категории 57 килограмм выиграл. Посыплю! Так, поджимает, да, первым номером работает олимпийский чемпион Заур Угуев, поджимает Мусу Мехтиханова к краю ковра. Сразу делает замечание, замечание сразу первое делает, чтобы активнее боролся. Город Москва. Продолжается борьба. Хорошо продернул, мощно продернул под себя Заур Угуев. Да, хорошая завязка, но минута пролетела, счет данной встречи не открыт. Счет данной встречи еще не открыт, друзья. Олимпийский чемпион пока присматривается, присматривается к обороне, да, к борьбе Мусы Мехтиханова. Муса Мехтиханов довольно молодой борец, да, тоже только набирает обороты. Взрослой борьбе по мужикам. И уже вот такие результаты показывают. Уже в финале международного турнира Кубок Ивана Ярыгина в Красноярске с отбором. Кто из них, друзья, сейчас выиграет, получит первую путевку. Будет уже известен борец, кто от нас, от России поедет на чемпионат Европы, друзья. Или это будет Заур Угуев, или Муса Мехтиханов. У Мусы тоже все в его руках. Все в его руках. Тренерский штаб, я думаю, Мусы Мехтиханова тоже проработал его борьбу, тоже знали, с кем выходит борьбу, выходит бороться с олимпийским чемпионом. Тому тоже дали напутствие, наставление Мусе Мехтиханову. Я думаю, он тоже готов. Заур Угуев тоже готов, пытается сделать активное действие, хорошо проходит ногу. Нет, вытягивает, хорошо отбрасывает Заур Угуев. Оттягивается хорошо, но здесь придерживает локти, 15 секунд остается, activity time висит на Мусе Мехтиханову. Здесь 2-0 уже поведет. А здесь вытолкнул у нас Заур Угуев, все-таки вытолкнул, да, у нас просто ракурс, как раз грань желтого ковра, не увидели этот момент, не увидели этот момент, уже 1-0. Еще оценка за activity time, уже 2-0 ведет Заур Угуев.
Муса тоже хорошо вяжется, но, конечно, мы знаем, как братья Мехтихановы коронно и хорошо делают проходы в ноги, четко в пятки они делают проходы, и, конечно же, вот про что я говорил, сразу пытаются перейти на скрестный захват. Спортивная школа Олимпийского резерва имени братьев Затеевых тренируется под руководством Муса Зайнулмадалова и Алла Сатинова. Обладатель бронзовой медали международного турнира Гран-при Иван Ерыгин. Так, 14 секунд осталось до конца первого периода, друзья. И мы узнаем, у нас кто в 57 поедет на Европу. Кто поедет на Европу. Для России, конечно, международной арены очень не хватает. Я представляю, сейчас накал страстей какой. Вот, какие эмоции. Ну, психологически справляется. Шиме Магомед Тагирович вот тоже восстанавливает. Сразу дает напутствие, наставление своему ученику. Один. Хорошо стоит Муса Мехтиханов. Не дает тоже разогнаться за Ругуеву. Сейчас второй период. Буквально у нас три минуты отделяют спортсменов. Поехали. Продолжается борьба. 2-1 здесь. Прошвунговывает, работает. Первым номером работает. Центр ковра занимает за Уругуев. Тоже с Мусой расслабляться. О, смотрите, затягивает на мельницу. Друзья, затягивает. Да, защищался и берет 2 балла за Уругуев. Очень опасный момент был, друзья, очень опасный. 4-1 за Уругуев идет. Две минуты еще бороться. Полторы минуты остается. Муслиму надо все набирать надо темп. Вот, застаиваться ни в коем случае нельзя. Зауругуев тоже может очень хорошо от защиты бороться. Вот, где-то на контратаках ловить своего соперника. Поджимает Муслим, Муса поджимает в зоне. Работает. 3 балла ему не хватает. Да, есть атака. Ну, хорошо, видит тоже хорошо за Уругуев. Знает проходы. Вот, Мехтиханова. Поэтому отбрасывает. Так, продолжается борьба. 30 секунд, концовка, друзья, пошла, 30 секунд. 4-1 в пользу олимпийского чемпиона.
Все, понимаю, 15 секунд, 15 минут, уже концовка, концовка, друзья, концовка. И Мусе надо рисковать, сможет, нет, идет. Да, все, блокируют за Уругвай, друзья. И поздравляем, чемпион, друзья. 57 у нас на чемпионат уже Европы поедет за Уругвай, друзья. Поздравляем за Уругвай. Поздравляем Шемишемиева. Поздравляем Дагестан. Первая золотая медаль Кубка Ивана Ярыгина.